Меня зовут Таня Аржанова, я белорусский дизайнер из Витебска. Хочу представить вам свою новую коллекцию, которая называется «Голубые рыбки». Совсем скоро в нашей стране пройдет грандиозный проект о белорусской неделе моды, и я к нему готовлюсь с этой коллекцией. Тема рыбок, тема моря, песка, то есть полностью раскрывали такую вот морскую тематику. В общем-то, достаточно много времени потратили, чтобы найти по стилистике подходящих рыб. Я, наверное, обошла, 10 магазинов рыбных. И, в общем-то, покупала-скупала всех рыбок, которые голубого цвета. Это, кстати, тоже оказалось проблематично. И в этой коллекции очень много будет летних пальто без подклада. То есть просто вы на белье накидываете пальтишко, в нем будет и хорошо тело дышать, и не жарко. И, как вы уже заметили, достаточно много в коллекции будет асимметрии. То есть асимметрия – это плавный низ, имитация волны. Мыльницы с элементами рыбок. Также будут ботильончики на каблуках. Ну и, как вы видите, у нас везде голубая рыба. Голубая – наша маленькая птица счастья. Белорусская неделя моды – это один из самых главных модных проектов нашей страны. И проходит он уже 5-й год. Я считаю, что это одно из самых главных событий для наших молодых дизайнеров, а также для состоявшихся, потому что именно Белорусская неделя моды связывает компетентных, интересных людей модной индустрии не только нашей страны, а также ближнего зарубежья.